Ну подожди. Чё? Вот докажи, что мы во Франции. Я хочу сказать, что... Наши друзья, мы на Рублевке. Мы на Рублевке. Передайте привет. По-французски. Да. Je parle français. Вот, пожалуйста. Je vous salue. Это наша заказ. Bonjour à tous de la France. Bonjour. Bonjour. А вот на каждую фразу. Супергерл, суперстар. Сейчас, я думаю, нам Женя поможет в этом. Диски, да, я отдаю по порядку, или их дарить, или потом еще вот сам, ну, решил, как лучше. Это вот видеодиски, это аудиодиски. Мои? А это вот подарок. Дякую, окей. Хорошо. Давайте золотая моя. Окей, подсуси. Не готовы. Нам бутылку вина подарили, будем ее пить. Весь Франк. Чё ж сказал, всю Францию. Ну сейчас будет конец. Конец. Что ты, Ванечка? Насекомое там нашел? О, не насекомое. Ну ты Матаев с нами приехал, что ли, Миша? Акули, ман. Ты здесь французы, ништяк, народ, и мне нравится. Вообще, дико нравится. Майер пуля. Переводит я. Это майер курица. Пуля. Курица, майер. Курица. Догони его, догони. Ты его догнал? Этот урод оскорбил меня. Илюша. Ну что-нибудь скажи. Ты скажи еще что-нибудь. Я тебе говорю, скажи что-нибудь. Да конфета Я тебе не говорю конфета, я говорю что-нибудь скажи. Скажи что-нибудь. Дяка, ребята, дяка. Фотоаппарат разобьешь, будешь снова покупать, индейка. Фотоаппарат больше тебя стоит. Вы вот просто не представляете, в каких мы домиках живем. На самом деле они очень-очень крутые. Очень крутые. Ты должен все это говорить, а не я, Ваня. Чего голос из-за кадра постоянно? Туалет. Туалет. И лучше кайфанее. Туалет. Макс, жесть, смотри. А здесь коечки, в котором мы спим. Мы беспорядок сделали, к сожалению. Цветочек, давай быстрей! Быстрее, осталось 10. Осталось 2 секунды до окончания. Раз. И еще немного, 2. Все. Можно в горы. Как лягнет. Да. Же ребенок. Сергей тоже бы сказал. Ты сказал, Ваня, давай поближе. Сзади не подходи без всего. Ты что обиделся на нас? Дорогой друг, лошадка. Лошадки! Лошадки! Колбаса! Это бывшие лошадки! Я их... Надо не ломать, а садиться на эту самую, на сидушку. Ну, то, что тебя косили. Ну, тебя косили будет, ведь там аль. Вперед. Аккуратно выйти. Ты ушел. Это древняя Франция. Вот отвечаю. Франция. И же баре, даре, даре. Ладно, кого там нету из французов, то. Твоя новая комната твоя, Ваня. Туалет есть, я сделал. Себе? Личный. Смотри, Ванька, фундук-то где растет? Да. Что это такое? Фундук, вот он на деревьях. Фундук, Ванька? Классно.
Еще. Все. Хана собаки. Снимаешь местных жителей? Да. Да. Я из Москвы, из Сибири. C'est un groupe de jeunes russes qui viennent dans la région découvrir un petit peu et ils vont chanter ce soir à Compagnie. Не переживайте, на видео потом внизу будут титры. А если что надо говорить? Она говорит кири-кири-кири-кири-кири. Это по-французски, да? Французские кошечки, ты говоришь кири-кири-кири-кири. Ну, собаки, как? Кири-кири-кири-кири-кири. Еще и животные странные. Ген, то, что интересно видеть сразу. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Супергерл. Супергерл, суперстар. Это весь ассортимент его слов, да? Да. Не трогайте собаку. Пусть она собаку другую трогает. Давай, делай ее, давай. Давай, делай ее. Я на YouTube выкладу. Давай, давай, давай. Но не будем им мешать. Пусть ты поел. Я все-таки испугаю их. Колонка была. Жень, еще раз, пожалуйста. Во время войны эта колонка, когда не было питьевой воды, да, люди набирали воду. Вот как память осталась даже цветочками, вот как могила неизвестного солдата, да, вот ее. Ну, я не знаю. Работает ли она сейчас? Надо как попробовать. Вряд ли они, Попробуй отсосать. Ну, тогда пойдет по-русски так. Лицо туда. И отсосать воду. Шланг запихай в колонку и отсасывай. Какие замечательные, красивые дачи. Вот дачи, представляете, дачи. Окей, let's go. Мапа Италия. Ваня не закупился! Охременко не закупился! Все, боты затупливают. Твоя машина-то, нет? Нет, я ее купил, короче, за... Я Лешу им продал. Volkswagen, да, Сауто. Ты говоришь, как у Наташи? Сегодня второй день нашего проживания. Третий, извините, пожалуйста. Третий день нашего проживания в этом прекрасном месте. А точнее? По названием Франция. Франция — это красивый город, то есть красивая страна. Где много деревьев. Где много деревьев, очень. И красивый Сергей Анатольевич. Вы же через 3 минуты выходите уже. К сожалению, наш Сергей Анатольевич. Леша, а суперстар, супергерл, да. И голос у него, конечно, это. Леша, супергерл. Голос у него называется супергерл. Вот на тебе сейчас трусы же одеты. Вот это Рональдо. Смотрю, ты уже абсолютно готов. Я уже абсолютно готов к нашей поездке. А куда мы едем? Мой туристический набор набран. Что именно? Труси, носки, кураги. У нас сама смотряга за рыболовной этой общаги. Сергей, ну что, скажите, пояс раздёрнул. Салют. Бонжур, месье Ламе. Я доктор. Бонжур, месье доктор. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non. Спроси, Ваня, как дела, сова? Это наши туристы, Фоменко Иван. Испугали его. Я ничего не понимаю, что они говорят. Вообще. Тебе хоть нравится здесь? Ну, в принципе, да, клево, блин, все-таки. В принципе или нет? Здесь, прикинь, здесь даже не надо знакомиться, сразу целоваться можно. Ну, ништяк, подошел.